Лёлик, что ты делаешь? Ты что делаешь, Лёлик? Стою на одной ноге! А зачем ты так стоишь на одной ноге? Ну я это, как это! О, как птица это, ну! А, я знаю, как фламинго! Ага! Да, ну и сколько ты можешь постоять? Всё. Всё? Больше не могу. А 10 минут можешь? А, вот опять, как всегда. Забыли. Забыли. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Кар! Кар-кар! А, что, могу? Я могу 100 минут простоять! Ой-ой-ой, ну давай! Я вот, вот смотри! Ага, 100 минут! А ты знаешь, сколько можешь фламинго простоять? Сколько? Полчаса. На одной ноге вот так. Представляешь? Жорик, а скажи, а вы знаете, ребята, кто такая фламинго? Да. Кто это такой фламинго? Это птица. Да, это птица. Да. А скажи, пожалуйста, Жорик, да. А зачем эта фламинго стоит на одной ноге? А это все очень просто. Они стоят в воде, во-первых, да? А на двух лапках им очень холодно стоять. Они вот так вот, пока на одной стоят, одну греют, а потом меняют вот так вот. Вот это да! Да. Даже обувь не надо покупать! Да, да, да. А ты знаешь, почему фламинго розовые? Во! А вы знаете, ребята, да? Фламинго, они такие красивые, да, красивые, да, да. Такие розовые, такие, розовые. Да, вот, да. Вот сейчас покажу. Да, покажи. Вот как этот розовый шарик. Да. А представляете, 1000 таких шаров. В одном месте. 2000, да. 3000, 5000 шаров. 5000 фламинго. Да это получится целое розовое море. Да что там море? Океан. Вот, да. Вот, а почему они такие розовые? А вот знаешь, почему они такие розовые? Потому что они кушают таких вот розовеньких рачков. И от этого становятся розовыми. А они кушают, да, розовых, да, рачков! Да. И от этого становятся, да, такими красивыми. Красивыми. Вот, ребят, а вы кушаете хорошо? Хорошо? Хорошо. Вот если вы хорошо кушаете, тогда и вы будете такими же красивыми. Красивыми, да. Вот. Жорик. Что? А давай. Что? А давай посмотрим мультфильм. Точно. Давай. Будем смотреть мультфильм. Будем. Будем. Да, пошли давай, смотреть. Давай. Да. Вот. Давай, включай. Да. О, пошел. Вот, смотри. О! Ух ты!